Был момент, когда я чувствовал себя никчемным, даже ничтожеством. Я хотел бросить все, но однажды в моей жизни появился ангел, который открыл мне глаза. Я научился видеть этот мир по-другому. И это что-то новое. Как хорошо с распахнутыми глазами. Сейчас я замечаю, как восходит солнце. Слышу шелест травы. Дышу полной грудью. Он сказал мне: цени жизнь, даже я ценю ее такой. Все это я осознаю благодаря ему, потому что он научил любить себя таким, какой я есть. Нам постоянно твердят, что жизнь — это борьба, но они не понимают, что жизнь — это не цель, а путь к цели, что жизнь — это ценность. Жизнь — величайший подарок.